автомобильные свалки. Настолько организованы, люди приходят и собирают тут. Берут всякие детальки, какие им нужны. И мы пришли тоже собирать детальки. Ты вот снимаешь? Ладно. Идем смотреть. Очень организованная свалочка. Собираем, берем детальки. Тут мотор нужен? Кузова нужно? Вот можно все подобрать. Разных марок. Очень организованная. Даже проспекты есть, где что находится. Вот так. Даже розовенькая какая-то красивая машиночка. Ой, не знаю. Может, что-то нужно? Колеса. Вот бампер. Какие хотите машиночки? Да, вот так вот ходим по этой свалке. Уже тут вот разобрали. Интересно, что это за машиночки. Такие есть. Ну что, машинку разбираем потихонечку. А здесь вот свои машины. Ждут своей очереди. Это вот пропуск. Да, вот пропуск. Что мы здесь выходим? Нужно. Какой-то чувак побил. Фонарь, бампер. Ночью. Вот, вот так стоим. Ах, ретро-машинки вообще тут такие. А, розовенькая, розовенькая, розовенькая. Кто тут розовенький? Кто тут розовенький? Даниэль. Лексусы. Старая машинка совсем. Ну, совсем маленький багажник такой. Мусипусечкин.